Голливудский актер Джеки Чан всем известен по многочисленным фильмам, где он самостоятельно участвует в каскадерских трюках, из-за чего у него многочисленные травмы и переломы. На данный момент, по данным Forbes, доход Джеки составляет 40 миллионов долларов в год. Актер воспитывался в строгости и всегда много работал на пути к мечте. Еще в молодости Джеки женился на актрисе Линь Фэнзяо из Тайваня. На момент знакомства актера очень поразила внешность новой знакомой. Она выглядела настолько чисто и невинно, что создавалось впечатление, что перед тобой стоит некое неземное существо, рассказывал Джеки. У пары в итоге родился единственный сын по имени Джейси. Актер из-за плотного графика работы постоянно брал Джейси к себе на съемочную площадку. Затем актер отправил сына учиться в Америку. Джейси вырос избалованным сыном, ведь ему многое было дозволено. Ребенок Джеки учился на курсах актерского мастерства, но пока не добился успеха в этой области. Потом Джейси создал музыкальную группу и гастролировал по США и Китаю со своими музыкальными альбомами. А в 2015 году в Гонконге сын Джеки нарушил закон и в его квартире нашли запрещенные вещества. Сыну Джеки Чана грозил большой тюремный срок или смертная казнь, но Джеки Чан смог в итоге выручить сына, и из-за помощи следствию Джейси выпустили на свободу. После сразу последовало решение Джеки Чана о лишении сына наследства. В 1998 году журналисты смогли удивить общественность новостью о том, что у Джеки был роман с азиатской актрисой Эллен Уцили, которая даже родила Чану дочь. Тогда актер думал, что развод неизбежен, так как считал, что жена вряд ли простит ему предательство, но супруга простила измену. Внебрачную дочь назвали Этой. Джеки Чан не признавал дочь. Их родство подтвердило ДНК. Эллен сильно обиделась этой ситуацией и не разрешала ему видеться с дочерью. В основном их общение с дочерью сводилось только к поздравлениям на праздники. Отношения окончательно испортились в 2017 году, когда 18-летняя девушка публично призналась, что состоит в отношениях с 30-летней блогершей Энди Отом из Канады. После этого заявления мать отказалась от дочери, и это хотела найти поддержку у отца. Однако Джеки тоже не одобрил этих отношений. На сегодняшний день Джеки продолжает жить счастливой жизнью со своей супругой и сниматься в кино, но уже без сложных каскадерских трюков. Состояние Джеки, кстати, на сегодняшний день оценивается колоссальной суммой в 370 миллионов долларов. Спасибо за ваш просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь.